Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, значит, вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Эфиопию, сетевая партия в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист есть в описании и в прикрепленном комментарии. Там же ссылка на весь стрим с этой партии, который доступна для спонсоров канала. Большое спасибо вам за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Кстати, а с великим ученым у нас там как... Просчитался, но где, да? Так, убираем улучшение. Тут как раз ничего не строим, откладываем. Кстати, а здесь промышленная зона, где может быть? Ну, на плюс 2 на холме как-то неохота. Скорее вот тут, может, тут, конечно, когда можно будет... Кстати, давайте мы контрфорс открывать будем. Чтобы тут дамбу какую-нибудь сделать. Так, я бы здесь на всякий случай, может, стены построил? Или еще пока строителя? Так, тут мы будем вырывать. Когда поставлю промышленную зону, тогда тут вырубим. Так, тут откладываем производство, как я и сказал. В Харере амбар еще построен. А, так тут надо было акведук строить. Блин, не хочу под вулкан акведук. Давайте, наверное, тоже строителя сделаю. Тут вот вырублю тропический лес. А где у нас, возможно, священка? Ну, тут вот есть плюс 3 будет соседство с этим, например. Тоже священкой. Нормально. Селитра под Соддо имеется. Кстати, мы в Лалиберии, по идее, можем производство и на нефрите, и на шоколаде сделать, да? Наверное, надо на шоколаде, а на нефрите вот тут делать. Есть акведук. Ну тут вместо кампуса просто сама гора Рарайма, считайте. Промышленная на плюс 3 и священка тут есть на плюс 3. Ну я бы, наверное, промышленную сначала делал. Хотя 18 ходов. Так, тут надо купить строителя, я думаю. Наемников откроем. Да блин, что тут за мной ходишь? Блин, купил строителя без карточки, да? Так, подождите. Я никуда тут не хочу, в Занзибар не хочу я отправить посла. Я думаю, хочу, пока карточка есть. Так, а вот теперь меняем. Так, ну из тех, кого я встретил... У меня, конечно, больше всех науки и культуры. Но там еще где-то два игрока на другом континенте. Так, тут откладываем производство. Проверяем, чтобы под
под Магнусом все это происходило, но в принципе можно будет уже, наверное, пересаживать скоро. Я еще ППшку, как его, правительственную площадь не решил, где ставить. Еще я мало скальных этих делаю. Храмов, кстати. Кстати, вот Магнуса в Мекеле, я думаю, надо пересадить. Думаю, уже можно сразу это делать сейчас. Давайте Магнуса в Мекеле. То есть вот этот лес можно и в самом Мекеле, ну, под Магнусом в Мекеле сделать. Так, Магнуса в Мекеле, соответственно, Пингалу в столицу. Сейчас немножко науки уйдет. Торговца получили. О, Канди хотел. Нам бы чудеса природы опять понаходить. Так, куда тут скаут свалил? Вот он. Блин, а зачем я тут рабочего купил? Я такой, блин, надо купить рабочего, а зачем? Пока подержим посла. Тут я отложил, чтобы... Так, а чтобы что? Что я тут хотел ставить? Вообще, конечно, под... А, кампус хотел. Блин, под вулкан, конечно, такое себе, так себе идея. Есть, конечно, я уже два храма построил. Ну, как минимум два храма у меня есть. Так что реликвии есть куда класть. Ладно. Блин, или подождать Магнуса и, например... Так, а куда? Нету больше нигде плюс 3. Ладно, нету смысла ждать. Я все равно хочу сюда... Ну, то есть плюс 3 вот здесь, но тут тот же вулкан. Ну и смысл. Так, а вот эти будут как раз ждать прибытия Магнуса. Так, тут два хода. Тоже подождал бы. А вот эту клетку надо купить. Тут у нас будет священка. Лошадей, наверное, стоит тоже обработать. Почему варвары за мной ходят? Что я им сделал? И этот за мной, вон. А, вспомнил. Я здесь, да, как раз производство хотел на нефрите. Вспомнил. Да, тут, кстати, на шоколаде. А почему тут как не предлагают на шоколаде? Что-то я не пойму. На какао, точнее. У нас же вот какао здесь. Не понял. А почему не пишет какао? Да у меня какао вообще 3 написано. Странно. Да, в Лалибеле я еще хотел здесь дамбу поставить. А это, кстати, одна река. А ваш? Нет, это разные реки. То есть тут тоже можно будет дамбу. Кстати, мне бы религию распространять. Я же за это очки эпохи получаю. Давайте тут миссионера купим. Тут миссионера и
апостола. Апостола, чтобы укреплять. Это уже дофига веры. Так, тут мы ждем. Там следующим ходом должна сама присоединить. Тут ждем, когда Магнус прибудет. Так, пора бы, наверное, уже кораблики поделать. Два рынка. Что-то не ускоряется никак. Нам бы две галеры. Не потому, что тут мы уже все открыли, в общем-то. Вот тут две галеры требовалось, а потому, чтобы их две каравеллы потом открыть. Две гавани. У нас еще и гавани не открыты. Кстати, наверное, гавани можно так открыть. Один ход открываются. Верование проповедуем. Не знаю, защитника веры особо не хочу. Всемирная церковь. Или две... Блин, вот если бы это... Вот куда вот это паломничество влияет, интересно? Ну, то есть вряд ли мы с этого будем иметь... Науку и культуру, нет? Это ж не в город будет. Ладно, я церковную десятину, наверное, возьму. Полибелла до сих пор не обращена. Вот видите, 8 веры именно за счет того, что мы из Адисабеб. Я, наверное, даже вон к американцу отправлю. Или к голландцу. А, нет, в Шенгете, вон он тем более хочет. Отлично. Странно, что не показывала иконку, когда вот просто ходили, типа, как будто игра не предлагает там ставить. Так, мы два хода ждем. Пошли, наверное, селитру обработаем. Я уже так гильдии открою, чтобы идти в теократию. Блин, правительственную площадь не понимаю, где ставить. Так, а что там с ученым? Как-то не накапливается. Не покупаю юниты у варваров, а зачем? Я бы купил галеру, если был бы морской этот, но его нету. А все, тут вон только один этот самурай. Думаешь, мне нужен самурай? Путь Бусидо. Вообще, ну, это тавтология, потому что до это и есть путь. Кстати, я не знаю, это буси... Что это за путь такой? Каратэ до, буси до.
До и после полуночи. Вот это вот все. Может убить его? А, там, там арбалеты уже. Угу. Так, новые строители. Мы их строим. Давайте пока еще оставим эту карточку тогда. Хотя там есть уже соседство для промышленной зоны. Но это мы поставим, когда теократию откроем. Я жду, пока отправлять караван этот. Тут военную зону хочу. Здесь хочу дамбу. Бусидо — это путь воина, да? Ты что, буси — это воин? То есть по-японски буся — это воин? Буся. Как раз вырубим на дамбу. Вокруг вулканов, кстати, круто ставить эти штуки, потому что они не уничтожаются извержениями. Как раз там так конкретно прописано. А, так, я хочу религию. Я просто тогда увижу, сколько буду веры получать отсюда. 4. Может, реально к американцу отправить? А не обосрется ли он, что к нему отправили караван? Ладно, давайте в Роттердам пока. Ну, типа, что дорога к нему проводится. Вот это я имею в виду. Священку сюда. Просто у нас пока в священном месте. Блин, 8 ходов. Вот тут как-то долго священка строится. Вот хотел сюда же скаутом стать, да? Умер бы скаут. Ага, тут конец карты. Так, здесь скальный храм сюда ставим. Именно что под вулкан. Ну, и они рядом друг с дружкой не могут быть. Я думаю, вырубим камень. Тем более, что, опять же, вулкан его просто уничтожит, если что. Может, пора уже такое чудо построить? Вот здесь центр коммерции, можно вот сюда. Блин, так что с правительственной площадью? Может, сюда куда-то поставить? Блин, я здесь дамбу собираюсь делать. Хрен знает, короче. Так, а у американца есть своя религия? Есть. Так, я к нему не полезу. Кстати, можно... Кстати, а может этого взять? Крестовый поход как раз. Как считаете?
ПП слева от Харера. Тут. Блин, тут холмов много. Как бы жалко вот тут ромашку холмами занимать. Но вообще как вариант. Так, теократию. Так, содержание юнитов и соседство. А, блин, морские юниты я бы еще... Так, сколько у нас там ходов дамба? 2. Так, значит, на морские юниты надо. 100% к морским юнитам и соседство промышленной зоны. Где она? Оборонительная. Где соседство промышленной зоны? О. Так, кампус, священное место, новые строители. Пока так. Пока так. Блин, а нафига я прошлым ходом апостола покупал? Сейчас бы дешевле его купил. Ладно, так. А, нету у нас... А кто взял? Православие крестовый поход взяло. Все ясно. Так, ну тогда давайте силу распространения... Ну, распространение вот только дальше от городов или сильнее вопрос. Наверное, все-таки писание давайте возьмем. Как они там успевают так быстро ходить все? Кстати, союз бы заключить с кем? А Лаутара в войне с Майя? Нет, уже нет. Майя вообще какие-то города захватил у него? У Энтомапу только. Я бы с Майя союз заключил. Какие-то условия договора приняты, я уже не помню. Так, вот эту клеточку надо Микеле передать, а потом обратно столице. Так, и вот здесь скальный этот поставим. Бедного коня там шпыняют. Так, 9 ходов, по идее, должен выйти в золотой век. Мне 5 очков. То есть это мне 2 города каких-то обратить. Давайте, кстати, купим еще миссионеров. 2 штучки, например. Да, тут золотой мы точно должны выйти за 9 ходов. Крестовый поход. Не, крестовый поход, он же чисто на город. Там не на нацию, там на город. Тебе надо, чтобы город был обращен. Там же прям в описании написано. Убили кого-то, наверное, скаута. Военные юниты получают плюс 10 к боевой мощи в пределах иностранных городов, исповедующих эту религию. То есть городов, понимаешь? Не
цивилизаций, а городов конкретно. Так, скаута, да, жалко. Четыре селитры, ну ладно, пускай. Не, в Вильгельмине мы селитру давать не будем, конечно же. Так, какой с ним союз? А, мы еще не открыли... Он не открыл еще союз. Блин. Кто-то ливает? Нет. Казалось. Просто лагануло. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. А тут с железом. Наверное, все-таки дамбу сюда тогда надо ставить. Ну, то есть соседство с дамбой и со стратегическим ресурсом. Для промышленной зоны, я имею в виду. Так, что там, Шенгети пойдем обращать, наверное. Пять человек. Трое ливнуло. Ну, я так понимаю, что Мапучи ливнул, потому что на него Майя напал. Ну, а Нидерланды ливнули, потому что они напали на меня, и я отбился. А что, почему еще один человек ливнул, без понятия. Тут соседство, вот это будем вырубать. О, одно очко дали за выход возрождения, и нам, и вот мы Шенгети сейчас обратим, все, мы уже в золотом веке. Можно не париться. Жалко, что, конечно, кто-то взял крестовый поход, мне бы против голландца неплохо было бы. Кстати, вот тут у нас, получается, кампус должен быть. Наска. Ну, Наска мне точно не нужна. Ну, хотя нужна, как, ну, чтобы давали плюс две веры в каждом храме и консульте, так можно, конечно, засоюзить. Но, в принципе, как союзник, не особо она нам нужна. Так, надо купить... Караванчик. Четвертый караванчик, чтобы средневековые ярмарки ускорить. Здесь астрономия. Мы там где-то универ должны рядом с горой. А, ну как раз, собственно, я и делаю универ рядом с горой. Наконец-то в Содда мы святилище построили. В Ольде нету смысла строить священку, потому что город не на холме, то есть мы не будем тут получать эти плюшки эфиопские. Блин, еще одно очко получили. Подожди, где был паводок? А, вот на этой реке. Кайф. Так. Как раз промышленная зона. Ну, мастерскую надо вторую. Так, тут надо в какой-то свой город отправить, чтобы дороги были. Давайте в Содда, наверное. А, вот там... Подожди, уже бегает туда, что ли? Видимо, бегает. Тогда... А, нет, не бегает. Лалибеллу есть, в Микеле есть. Вот я бы в Содда тогда отправил. А это только третий?
Как-то я облажался с караванами. Ладно, эту морскую традицию открою пока. Что-то я сейчас думал, четвертый будет караван. Митла. Ну, когда вот будет универ, вот лучше, конечно, в Митлу отправить. Да, даже засоюзить можно. А что надо, я забыл? Города на 15%. Ну, кстати. Кстати. Надо будет сделать. Блин, нахрена я лесопилку поставил? Ладно, я вырубить хотел. Да я уже не успею четвертый караван взять. Честно говоря. Так, вообще я бы... Мне кажется, надо картографию так открыть, без ускорения. И апнуть каравеллы. Потому что я две гавани тут буду долго строить. Я их поставлю строиться, но они будут реально долго строить. Кстати, можно карточку на них поставить, чтобы быстрее. А эти просто подержать и апнуть, когда каравеллы откроем. Чего мне Шенгети обращать? Давайте пойдем города лучше Майя обратим. Или вообще там поисследовать, например, скаут, как скаут использовать. Следующим ходом закончится. Ну, строительство в священных местах закончится. Станет иудаизм. Просто думаю, не хочу сейчас тратить. Давайте просто пускай он поисследует территорию. Зачем мне сейчас очки эпохи еще? Я уже в золотом веке. Может быть, еще раз монументальность возьму, или там уже не будет. Не, ну, короче, всех, кто на моем континенте, я, по-моему, уделываю по развитию. Вот мне надо тех двоих найти. Ну, надо в священок. Надо прям вложиться в религиозную. А тут, ну, пофиг, честно говоря. Что там у нас есть? Сахар, да? Что мне главное, чтобы веры было больше. Какое отставание? Ну, в принципе, эти ребята приемлемо отстают. То есть это нормально, вот на 50 науки в это время отставать. Кто тут? Ну, это комп, то есть Майя 64 и американец 51. Вот они по культуре так прилично начинают отставать, это да. Так, торговое все-таки прошло. Так кто туда так вложился? Американец. И Майя. Что у них там, торговых, что ли, дохрена? Так, а тут не влияет на довольство слоновая кость. Это там на том континенте что-то ребята друг дружке выключают ресурсы.
Так, значит, тут я хотел первый посол поставить. А, вот это убрать, наверное, скидка юнитов, потому что будем сейчас в каравеллу апнуть. Ну и там можно апнуть, кстати, у меня стоят. А, остальное пока, наверное... Хотя могу еще... Вот это, ветеран, чтобы гавани быстрее построились. Ладно, давайте эту поставлю. Тем более, рабочие у меня нигде не строятся. Это хорошо. Ладно, давайте средневековые ярмарки уже открою. А, я понял, я, наверное, на послов посмотрел, а не на торговые пути. Решил, что у меня их 4. Потому что в шестерке нормально континент. Ну, то есть в пятерке вот это тупое ограничение, тебе нужны на континентах, тебе практически обязательно надо ставить города на побережье. А в шестерке нет, ты спокойно можешь и не ставить города на побережье, и все равно у тебя будет выход к морю. Ну, за счет районов. Поэтому тут интересно континенты играть. Ролян усаживать, наверное, в Гондор. Так, правительственную площадь мы так и не придумали, куда ставить. Ускорили, кстати. Ну, я картографию открою. Не, банк давайте. А Майя вообще в союзы выйдет-то? Нет, так он по идее... Так. Так, а надо 6. Ладно, пока не буду союзить тогда. Успел поменять? Успел. Лишние появились. Когда у нас уже наступит 2 хода?
Даже успеваю походить. Надо веру. Вот не хочется этого ученого брать, честно говоря. С другой стороны, у нас там что-то ускоряет, да, взятие ученого? А, нет, мы уже образование открыли, ничего не ускоряет. Так, поехали. Массовое производство и индустриализация. Тут апаем в каравеллы. Раз... Два. Кроме того, апаем в арбалеты. Раз. Два. Так, а дуболомов у нас нету, да? То есть мне надо мушкетеров сделать. Ну тогда все юниты, кто у нас есть, апаем пока. Чтоб карточку убрать. Это ж все юниты. Так, как тут список юнитов? Арбалетчики, всадники. Ну, всадников было бы можно, но их возвращать надо. Сто двадцать науки. У Майя, которая типа чисто через науку, как-то с этим не очень. Опа. Нидерланды мне опять войну объявили. Причем это их... Ну, кстати... Кстати. Тут надо стены бы сделать. Так, где 100% к стенам вот это? Причем их никто не подговаривал, это они сами решили мне войну объявить. Так, золотой век. Блин, могу опять монументальность взять. Наверное, возьму. У меня куча веры. Надо просто покупать рабочих. Только с карточкой на плюс 2, конечно. Да, нидерландцы комп. Комп. Чё это его клемануло мне войну объявить, не очень понятно. Так, блин, а как бы так сюда юнитов подвести мне?
Он даже не проатаковал город. А, слушайте, тут катапульты идут, вау. Серьезно. Так. Блин, сейчас надо подумать, какие карточки. У нас есть несколько вариантов по карточкам, которые поставить можно. Да, и, кстати, время надо увеличить. Дальше стены делать. Так, дело в том, что если... А, хотя сейчас пока я могу поставить как раз стены. Ну, блин, 4 хода. По-моему, долго. Я бы лучше юнит какой строил здесь. Вон, тот же латник 5 ходов, например. Ну и сейчас карточку поставить на эти юниты. Так, какие там... Кавалерия. Вот так. 4 хода. И стены 4 хода. Вообще бы всадникам вернуться, конечно. О, кстати. К сожалению, этого апнуть не могу, его, скорее всего, убьют. Так, ну тут тогда можно латника, раз я карточку поставил. Так, смотрим. Ну 50 сила, латники-то 45. Но тут катапульты, ну будет сейчас бить больно. Но по идее должны стоять. Ух ты, кого убили. О, видите, нормально, нормально. Правда, видите, в осаде стоит, но... Вроде ничего. А, всадники это, да. Там, к сожалению, никак. Минус латник. Не знаю, не думаю, что... Тут, конечно, две катапульты, но, честно говоря, выглядит сомнительно, что город возьмется. Нидерланд is on the freeze for you. Нидерланды вас не боятся, мы победим вас и станем еще сильнее. Булочка разбушевалась. Посмотрите на нее. Там уничтожить рака при помощи мушкетеров. Не, надо быстрее в индустриализацию идти. Я просто думал, может дождаться мушкетеров и какую-нибудь юнит-то мы голландцев уничтожим. Не, карточка бастиона, конечно, хорошо, но мне это все надо. Ну, там карточка бастиона, типа, чтобы город больнее обстреливал. Так, давайте, наверное, в Гондор. Вот там какая-то ГГшка, я вижу. О, маскат. Так, 3 посла у меня есть. Пока, наверное, никуда. Хотя в Занзибар можно один, ладно. У меня банк, по-моему, где-то построен. О, Египет. Это человек. 118-35. Ну вот, смотрите, по науке примерно со мной наравне.
Когда у Майя союзы, интересно? Мне даже интересно, куда он идет без союзов. Так, тут мы купим Гурдвару. По кампусам у нас есть плюс 3. Тут как бы... Блин, не успел. О, там забрали того. 500 науки за каждую клетку еще одну... О, вот это надо брать. У нас, извините, в Рарайме как минимум 3 клетки вокруг. Это надо брать. Блин, может катапульты мочить, а то они мне как бы стены убирают. Но, с другой стороны, без этих он и не возьмет город. Сейчас мы еще приведем всадника, апнем. Так, надо ученого этого забрать. Мгновенно создает древний средний инженер. Вообще в тему приехал. И этого выкупаем ученого. Так, с Египтом есть чем торговать? Бар сделаю. А, пойдем в столицу пообращаем. Блин, надо же дорогу в эту, как-то все забываю про дорогу в этот город. Маяк. Так, это просто перебрасываем и делаем тут средневековые стены следующим ходом. Окленд есть, вау. Мне нравятся ГГшки какие в этой игре. Ладно, давайте еще латника. Потому что нам надо... Чтоб 3 линейных пехотинца было там для ускорения одной техи. 4, 5. Еще двоих мы не встретили. Один из них игрок, а другой компуктер. Да, у Еги... Короче, у всех более-менее еще с наукой, но вот по культуре я тут... Рыцари прискакали. Там кому-то помогают со стихией справиться, понял? Вот это, конечно, прикольно, что я хопа и починил все. Сюда, потому что он может катапультами обстрелять и убить меня. Да и рыцарь может прискакать, убить. Арбалет. Так, тут мы апнем в кавалерию арома. Есть ароматерапия, есть аромакавалерия. Вот это. Железо обработаю.
Так, Чарльза Дарвина нам сюда надо везти. А, подожди, я ж могу из города в город его перекинуть. А, подожди, не могу пока. Из-за инженера. Я бы варваров не трогал, просто плыву их по океану, они туда попасть не могут. Мастерская в Лалибелле, давайте универ. Блин, хочется вот сюда почему-то ППшку поставить. И, соответственно, вот здесь вокруг. Не знаю, почему-то сюда хочется. Думаю, пойду на поводу у своего внутреннего ППшника. Так, тут, конечно, плюс 3. Сюда давайте. На этом пока все, продолжение завтра. Напоминаю, что для спонсоров канала весь стрим с этой партией доступен по ссылке в описании. Большое спасибо вам за поддержку. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.